Главное предложение дня для вас – уникальный роскошный костюм. Вы спокойно можете в нем заниматься своими делами, наслаждаться отдыхом, прогулками, смотреть на диване, сидеть в свой любимый журнал. И вдруг у вас звонок по телефону. Алло, вас приглашают на вечер, вас приглашают в кафе, так что же делать? Вы быстренько встаете, не переодеваясь, не тратите нервы, не тратите мульки выбора, просто впрыгиваете в свои любимые лодочки. Вот, например, как это сделала я. Достаете свой любимый аксессуар в виде, например, вот такого ремня, надеваете его с легкостью. Что остается добавить? Аксессуары, сережки, красивый стильный клатч, и все, вы уже готовы пойти на вечеринку с вашим кавалером. И все. И главное предложение дня вам создаст совершенно другую историю, совершенно другую сказку. Давайте посмотрим, как действительно дива шоу-бизнеса. Наша Наталья Гулькина, культовая женщина, мама, конечно же, очаровательных дочерей и сыновей, и, конечно же, любитель кошек. Она выбирает для себя такой костюм, потому что понимает, что в этом костюме можно проводить очень много времени с домашними питомцами и с близкими людьми. На нем можно покататься на велосипеде, почитать любимые журналы и сделать приятные заказы, потому что материал не заминается, конструкция полностью адаптирована для дистанционной покупки, и она еще адаптирована под ваши силуэты. Средняя длина брюк 7/8, еще и с добавлением вот такого красивого лампаса, обеспечивает сглаживание вашей фигуры, правильную демонстрацию зоны бедра и удлиненную щиколотку, а значит и аристократичная походка. Свободная трапециевидная туника длиной 72 см с цветочным принтом в виде лилии только в портретной зоне. А мы с вами знаем, что лилии – это олицетворение английского стиля, и даже венгерские короли в свое время ее выставляли в качестве герба. Поэтому у нас, в принципе, с вами идеология достаточно напыщенная. Выбирайте для себя вот такой красивый эффектный королевский дизайн. Это золотой цвет, горчично называется в заказе, с эффектными золотыми лампасами в брюках. Вы получаете невероятный комфорт и сразу готовый ансамбль. Малиновый цвет уже с серебряными лампасами, но также с лилиями, обязательно вам понравится и прекрасно яркий, сочный ягодный ансамбль. Цвет бирюза, обратите внимание, он смотрится очень освежающе и ярко, но при этом цвет сдержанный, тем не менее, остается. Да. Далее, васильковый оттенок, тот, который выбирала наша Ольга, блондинка. Смотрите, как эффектно здесь лампасы на контрасте играют, очень красиво лили. И фиолетовый цвет, который выбираю я, в котором я быстро и легко преобразилась на ваших глазах, сняв кроссовки, удобную обувь, подпоясавшись ремнем, добавив красивые стильные аксессуары и клатч, вы уже готовы на вечер. То есть сегодня, обратите внимание, вы можете выбрать такой костюм, который подойдет под любое настроение, под любой ансамбль и к любому случаю. Когда впервые этот костюм у нас появился на телеканале Шопеншоу, было продано более 400 костюмов Алана. Сегодня у нас невероятный день, когда мы дополнительно снизили цену и сразу два предмета гардероба за 1499 рублей. Успейте заказать. Размеры от 46 до 68. Микола, как будем выбирать размер? Выбирать мы будем смело свой размер, потому что у нас с вами сдвоенная размерная линейка. Бренд Benitra Bini представляет главное предложение дня. Никогда не скрываю, что это мой любимчик бренд, потому что он первый в России дистанционный бренд, который был осуществлен без присутствия магазинов. То есть без примерки вы можете выбрать костюм от бренда Benitra Bini и попасть четко в свой размер. Главное понимать и адекватно расценивать фигуру. Если вы классического силуэта, ваш размер не меняется с годами, выбирайте именно по нему. К нему будет идти припуск к следующему размеру, либо будет четко стоять размер в размер. Если у вас фигура плавающая, возьмите в пользу следующего дуэта размеров. Размеры расшифровываются так. 46 объединен с 48, 50 с 52, 54 плюс 56, у нас с вами 58/60, 62/64, у нас с вами 66/68. Да, выбирайте для себя лучшее, потому что бренд Benitra Bini – это любимый бренд наших телезрителей. Мы получаем постоянно отзывы, комментарии и в личные сообщения на нашем сайте, и даже видеосообщения. Все внимание на экран. Очень довольна костюмом Алана от бренда Benitra Bini. Красивый, яркий и легкий. Прекрасный вариант для жаркого лета. В нем хоть куда, и на прогулку, и в магазин. И очень удобно водить автомобиль. А еще он легко отстирывается, быстро сохнет и практически не мнется. Хозяйкам на заметку. Рекомендую всем!
Вот это правда, особенно вот хозяйкам на заметку, когда не хочется летом тратить время на стирку или на глажку, костюм не мнется. Но почему, давайте спросим у нашего эксперта Миколы Комендрова, который разбирается в тканях и выбирает именно те, которые удобно носить и при этом за которыми легко ухаживать. В данном случае мы с вами видим материалы, которые здесь очень излюблены нашими россиянками, да и многими европейками. Это материал масла. Его с легкостью можно завязать в узлы, при этом при выправлении он у нас с вами не заминается с какой-либо стороны. Поэтому после стирки высыхает не больше 30 минут в жаркую погоду, в прохладную около часа-полтора. Этого достаточно для того, чтобы быстро облачиться в данный костюм. А значит, мы лишаем себя проблемы искать отпариватель, добавлять воду в утюг и стоять в такую жару, еще и чувствовать этот пар вокруг себя. Поехав в командировку, его можно сложить в маленький калачик и положить его в чемодан. После этого, достав в гостиничном номере, опять не нужно будет в поисках прачечной, когда вы все это сделаете сами. Просто облачитесь в него, добавите любимый аромат, сумку, очки и пойдете гулять по набережной. Вот это мне нравится больше всего. Напоминаю, что это уникальная цена только сегодняшнего дня. 1499 рублей. Готовое решение. Комфортные, удобные брюки, которые подстраиваются под любой объем бедер и животика. Посмотрите, как они легко тянутся. То же самое и с блузой. Можно, кстати, внутрь заправить блузу, можно оставить вверху, она полностью закрывает середину бедра, то есть мы чувствуем себя уверенно. А самое главное, вот эти королевские лилии. Вы знаете, я их просто обожаю, мне на день рождения всегда дарят букеты, но я знаю, что многие не очень переносят аромат лилии, потому что он очень такой насыщенный. Здесь будет аромат только ваших духов, но при этом с вами будут ваши королевские лилии. Кстати, Микола, а вот лилии что-то обозначают в текстиле? Что касается именно текстиля, то навряд ли они просто являются олицетворением цветочного принта, а цветочный принт – это олицетворение женщины, то есть такая цепочка. Что касается именно истории, то у лилии неоднозначное именно мнение о ней, но в любом случае есть большой знак именно того, что она во всех европейских королевствах в свое время была обозначением герба. В некоторых странах ее даже выставляли в качестве печати на женщину, отмечая ее грехопадение. Но разве в этом есть какой-то грех взять и красиво упасть? Ну, слушайте, вот такое, знаешь, отличие, что ты особенная, что ты любимая, что ты яркая, конечно, выбирайте для себя. Вы знаете, бывает иногда, что мы думаем, ну нет, пока сейчас я не буду ничего себе выбирать, а вот прямо сейчас позвольте и скажите, я могу позволить себе купить новый костюм и быть ослепительно по-королевски красивой. Фиолетовый, бирюзовый, малиновый, цвет синий, васильковый оттенок, горчица у нас есть. Сделайте первый заказ на Шопеншоу прямо сейчас и выберите для себя самое выгодное предложение от бренда Бини Трабини.